Супер простой и очень полезный рецепт. Благодаря мультиварке вам практически ничего не придется делать. Попробуйте, это очень вкусно. Гречку с индейкой обязательно оценит вся ваша семья. Хотите узнать, как приготовить гречку с индейкой по самому простому рецепту, но так, чтобы она получилась восхитительно вкусной и ароматной? Тогда просто прочтите этот рецепт. В нем вы узнаете главные секреты приготовления индейки с гречневой крупой. Блюдо идеально тем, что содержит в себе одновременно и горячее, и гарнир. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Поставьте прибор в режим тушения или жарка, ополосните и почистите лучок с морковкой, последнюю натрите на терке, а лук порежьте кубиками, обжарьте овощи на растительном масле в чаше мультиварки до золотистого оттенка, мясо вымойте и нарежьте произвольными кусочками, забросьте мясо к овощам и также обжарьте, добавьте пасту из томатов, посолите, поперчите, перемешайте ингредиенты деревянной лопаткой. Гречку промойте и положите к овощам и мясу, залейте стаканом кипятка, тушите овощи, мясо и гречку в режиме тушения на протяжении получаса до полной готовности мяса и крупы. В самом конце приготовления забросьте в чашу специи и лавровый лист по желанию, очистите зубчики чеснока, нарежьте их слайсами или мелкими кубиками, добавьте чеснок в чашу мультиварки и перемешайте с мясом и овощами, блюдо готово. Можно подавать на стол. Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Гречневая крупа, 150 грамм. Индейка, 300 грамм. Репчатый лук, 1 штука. Томатная паста, 2 столовые ложки. Чеснок, 2 зубчика. Морковь, 1 штука. Растительное масло, 3 столовые ложки. Количество порций, 6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Всем приятного аппетита! Жду вас снова!